Возможно, у вас есть некие вехи, но отнюдь не нет. Выше. Значительно лучше. Барабанщика, тише. А да, убейте его вообще. Убейте барабанщика. Для тебя. Для тебя барабанщика тише. Мне надо просто аппаратик покруче. Я же вообще без просто помещения. Вроде, поднимаем барабанщика. Для тебя. И Миша
Я да, сразу. Супер, так, хорошо играешь. Вы молитесь мне, деда? Нет, моя жена хорошо готовит. Танки сама. У нас сегодня день рождения у нас чудового друга. Дай чудо. Я знову присвячусь в песне для тебя. Oh,
Та чудесно. Барабанщик. Можно цепить?
що хорошо слышно, ему плохо слышно. Если бы, ну, если бы тебе дать студийную запись, да, послушать, ты бы слышала. Слышала бы, да? А, да, а там, ну, то есть, да, сравнить. А там не слышать, потому что не знаешь, в чем дело. Но я просто вижу, что они делают, ведь это не как музыканты. Ну, я понимаю, ничего не слышу из того, что они делают. Высокие ноты. Находится у него вокал, ну, вокал понял, из-за этого сплющивают все средние, вот средние, между очень высокими и очень низкими бубу-бубу. Но тут посерединке у него есть, его голос, да, это не спик еще, чуть пониже, чуть повыше, еще гитара последним аккордом. И они все склеиваются вместе, они все звучат одной кашей такой. А вот можно так разделить, у них входы разделить. Так по громкости отстроить, вот, да, чтобы, чтобы вокал был отдельно, а вот скрипки отдельно, а средний гитар. Просто когда, да, когда он майор, он берет средний аккорд сливается вместе. Нет, средний аккорд сливается вместе с его голосом. Последним частотом. Но это сложно, что он как-то слышит. Можно так сложно разделить. Дело в том, что у голоса, ну, у слова есть как-то. А еще же есть скрипка, которая тоже на скрипке. И поэтому все приходится очень сложно разгуливать. В студии это делают профессионалы, которые много денег за это платят. Они это делают по-быстренькому. У них очень четкие микрофоны. То есть, да, они могут... Скрипка идет на звукосниматель, у нее отдельный звук, их можно вывести отдельно повыше. И заодно подключить по, ну, по частотам, например, чуть-чуть спустить ее, и тогда она будет отличаться от голоса. Чуть-чуть совсем. Мы не отличим звук от скрипки, но при этом аппарат будет четко знать, кого выше, кого ниже. Она сможет это отличить. Вот, и, ну, то есть, да, они пытаются баланс подать. Да, может, они помешали их уже и носят. Thank you.
контакты, мы общались. Да, типа нужно с ним связаться, я знаю. Просто интересно, просто ты расскажешь, что ты как-то вот... Ой, да я тебя умоляю. Да, ну и что, там будет все друзья, но его нету, но он абстрактный пиздец. Да. Вымышленный. Я имею... Ну потому что его нет. Ну то есть я, видишь, я упорно говорю, что мы с тобой не друзья, и при этом мы с тобой